Торопятся как могут. На улице семафорные, а рабочие признаются. Кладут асфальт даже ночью, лишь бы успеть, пока погода не испортилась. Только к чему все эти старания, непонятно. Покрытие здесь и до ремонта было хорошим. Нормальный был асфальт. Нормальный асфальт был. Я не знаю, зачем вкладывают деньги опять сюда. Есть намного хуже места. То есть я считаю, не было смысла. Недоумевает даже прораб этого участка, кого не устроил нормальный асфальт. Не то, что мы приезжаем, сами делаем. То, что нам показывают, все делаем нормально. Не пожалели асфальта и на участке около 4-го моста. Сейчас работы почти закончены, но те, кто за ними наблюдал, говорят, покрытие в толщину больше полуметра в некоторых местах. А на коммунальном мосту асфальта, наоборот, нехватка. Через неделю после ремонта дорога просто пошла волнами. По правому ряду вообще ужасно ездить. Потому что, реально, покупаем хорошие машины, а получается, что работаем только на их ремонты. И пока на одних улицах асфальт укладывают по второму разу и в несколько слоев, на других не могут дождаться хотя бы ямочного ремонта. Как, например, здесь, до Батурина. От Молокова и до Весны сплошные ямы. Глубиной, давайте измерим, примерно больше 20 сантиметров. По улице Батурина в кратчайшие сроки будет произведен ремонт. На сегодняшний день план задания подрядной организации выдано, и в рамках аварийно-восстановительного ремонта работы будут выполнены в ближайшее время, до конца недели. Хотя подрядная организация задание получила давно, приступить к исполнению все не давали погодные условия, которые почему-то совсем не мешают укладке асфальта вторым слоем на семафорной. Вообще ужасно. Екатерина Кашучик, Владимир Антонов, новости ТВК.